Друзья, добрый день. Сегодня я хотел вам рассказать лайфхак, с которым вы обязательно столкнетесь, ну, столкнетесь, может быть, в худшем проявлении своем. Итак, когда вам говорят, что у вас руки растут не с того места, когда у вас, ну, когда вы криворукий, пожалуйста, ну, я вам честно говорю, не верьте этому. Я вот на своем опыте проверил. Лучше криворуких рук, если вы вдруг считаете, что у вас они криворукие, вы ничего не сделаете, понимаете? Ну, ты лучше не сделаешь. У тебя голова нужна для того, чтобы работать. У тебя нос нужен для того, чтобы дышать. У тебя уши должны слушать, да? Глаза должны видеть. Руки должны делать. Ничего вам не заменит. Пусть даже это криворукие, кривожопые руки. Делайте ими и не стесняйтесь. Потихонечку они у вас выровняются. Поэтому не наступайте, пожалуйста, на ошибки и никак, никогда не тестируйте, что может быть лучше ваших криворуких рук. Ну, честно, самое плохое, это когда тупое мышление, да. Фу. В общем, поэтому, если хотите больше лайфхаков, подпишись на канал и будешь ловить умные мысли.